продолжаем рассказывать вам о животных городского приемника и надеемся, что с нашей помощью живущие здесь собаки и кошки обретут своих хозяев. Знакомьтесь, это Афина. Да, она немецкая овчарка. В приемник иногда попадают и породистые животные. Судьба у девочки нелегкая. Полтора года назад ее в очень истощенном состоянии подобрали на улице. У нее уже начались судороги, она билась в конвульсиях, и мы думали, что она вообще не выживет. Но были по тревоге подняты сотрудники, был вызван врач. Два дня мы боролись за ее жизнь, и вообще было неизвестно, что с ней будет и выживет ли она. Но, как говорится, когда пациент хочет жить, медицина бессильна. Чудом собака осталась жива. Ее история взволновала тогда многих горожан. Афине помогали всем миром, скидывались на лекарства, несли корма и покрывала. Почему она оказалась в таком состоянии, до сих пор непонятно. До появления в приемнике она жила в неблагополучной семье, где ее морили голодом. Но Афина явно знавала лучшие времена. Собака, вообще-то говоря, отлично воспитана. Знает очень много команд. И сразу видно, что когда-то имела лучших хозяев, чем те, от которых она попала на улицу. Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров она окрепла, отъелась и превратилась в настоящую красавицу. Но тяжелая жизнь проголодь наложила отпечаток на ее здоровье. Периодически Афину нужно показывать врачу. И отдают ее только в частный дом. Скорее всего, ранее она жила в вольере. Собака уже возрастная, ей лет 7. Переучивать ее к жизни в квартире уже бесполезно. Ей нужен частный дом с вольером, и она там будет замечательно, такая породистая, красивая собака. Она не злая, она добрая, очень общительная, позитивная, такая слегка флегматичная, леди в возрасте. К выбору будущих хозяев сотрудники приемника относятся серьезно, собака стала для них родной. По всем вопросам, связанным с Афиной, звоните по телефону, который видите на экране, или приходите в приемник на Зернова 24А.